Всем привет, дамы и господа и подписчики моего канала, с вами я, Отличник Лайф, и сегодня наконец-таки на все сервера проекта Amazing RP добавили глобальное обновление. Я уже показывал на ОБТ, что такое глобальное обновление, что оно в себя включало, и вы сами можете зайти на сервер, зарегистрировавшись при этом по промокоду Levonti, то есть введя его через MN, промокод, и тут будет указать промокод, то есть вот тут выводите Levonti, и значит играйте, кайфуйте, сами можете оценить это обновление. Но сегодня ролик не про это. Сегодня, конечно же, я хотел бы купить электросамокат заодно. Пока что то да сё и так далее. Вот, поэтому я бегу в 24/7, отключаю ВХ. Кстати, обновили команды у ютуберской админки. Значит, сейчас я вам их покажу, продемонстрирую. Вот, добавили парочку некоторых новых и, соответственно, видоизменили старые. Типа, работать все стало намного интереснее и лучше. Но сегодня ролик не про это. Сегодня мы хотели сделать обзор на фракцию ФСБ. Мне интересно ее внутреннее обустройство, как там, что там происходит вообще и так далее. Но при этом я хочу купить электросамокат. Меня прямо это тревожило. Я его хочу себе приобрести. Заодно опробуем, как он вообще во фракции взаимодействует. Покупаем сам самокат. Покупаем аккумулятор для самоката. Все, мы все купили. И тпшаемся, получается, туда, куда нам надо. Это... конечно же, ФСБ города Арзамас. Итак, я на всякий случай перезашел в игру. Мы появились также у здания ФСБ. Вот она, Федеральная служба безопасности, находится на Арзамасе. Залетаем в само управление. Интерьер его, по-моему, не обновляли, но при этом обновили текстуры в этом глобальном обновлении, то есть стало все намного четче и сделали как будто бы осенний дизайн, знаете, вот этих текстур. То есть там листва, вот это все такое. Значит, на ресепшене у нас встречает топ-организация, это по количеству арестов, кто сколько людей арестовывал, по количеству штрафов, по количеству нейтрализации и по количеству штрафов непосредственно, то есть кто сколько штрафов выдавал. Идем направо, здесь посмотрим, что это за комната, это у нас туалет, обязательно моем руки, без этого, к сожалению, сейчас никуда, потому что обновили гигиену, она теперь у нас отображается, как я понимаю, в инвентаре. То есть тут можно посмотреть гигиену нашу. Можно посмотреть наши непосредственно необходимости, которые мы справляем, и нужды. Ну и, соответственно, обновили инвентарь, как видите. Он стал очень удобный, интересный. Можно крутить персонажа. Как бы без этого у нас никуда. Прикольно. Идем дальше. Здесь мы поняли, что у нас туалет. Налево пойдем, у нас тут открывается дверь, заходим в правую. Тут у нас допросная комната. Здесь у нас, видимо, какое-то заседание. Тут сидит главный директор ФСБ. Здесь какие-то презентации можно по РП показывать. Здесь сидят все сотрудники. Это еще один вход в эту же дверь. Здесь у нас непосредственно форма, мы переодеваемся. Вот так мы выглядим с формой. Обязательно возьмем со склада необходимые для нас вещи. Это бронежилет, это пистолет ТТ, СВД. Ну и что-нибудь еще, аптечку возьмем, рамка с номерами возьмем, так, и, наверное, маску, все, хватит этого. Сейчас опробуем, что такое номерная рамка, мне прямо интересно стало. Идем дальше, тут у нас что? Тут у нас типа камеры, тоже можно для РПшек отыгрывать. Здесь у нас, видимо, кабинет самого главного, здесь выход на крышу, а нет, выход на парковку. Сейчас попробуем фраг. Что это будет у нас? Фраг. Анимация, релаксанты, фракция. Подразделение, преследование, подмога, списка, прочее. Время, GPS-навигатор, фракция, аптечка, релаксант, энергетика, анимации, фракция, подмога, преследование, подразделение, списки, это понятно, прочее, отметить свой радар на карте, шипы, во, мы можем внедриться в любую организацию, давайте попробуем в СИН. Ребят, я могу внедряться в любые организации, вы представляете?
Я внедрился название на должность полковника во ВСИН. Это очень жестко, можно внедряться в любую организацию. Я почему-то придумал идею для ролика. Ну вот такой вот у нас автопарк, значит, две газельки вот такие, типа Mercedes, два БТРа, значит, два Мерседеса, два мультивена, и сверху еще на крыше стоит вертолет непосредственно. Но я недооценивал фракцию ФСБ именно на Мазинке, потому что тут реально можно всякие прикольные другие вещи мутить, если даже можно внедряться, даже если можно внедряться в различные фракции на высокие должности. Это очень круто и прикольно. Так, ну здесь вертолет должен был стоять, но его, видимо, угнали. Ну-ка, давайте выйдем из... Выйдем из внедрения, попробуем внедриться, например, в отдел ДПС. Мы еще любой скин можем брать на полковника. О, это вообще жестко. Это вообще жестко. Только инвайтить мы не можем, но это естественно, это понятно, это очевидно. Но это очень круто. И так мы можем внедряться в любую организацию. Так, ну давайте выйдем из этого подразделения, нам оно не надо, потому что, сами должны понимать, нам это не надо. Давайте протестируем то, что я хотел, использование самоката из инвентаря. Давайте откроем инвентарь наш, значит, откроем его вот так, и достанем самокат. Сможем ли мы это сделать? Да, мы сможем. И прикиньте, реально ФСБ будет двигаться вот так на самокате, чисто до необходимой ему точки. Это же очень прикольно, то, что вы можете реально достать самокат и просто добраться до необходимого ванпунта назначения. Так, ну я думаю, внутреннее обустройство фракции я вам показал. Я предлагаю немножечко навести какую-нибудь суету, съездить куда-нибудь посмотреть, какие замесы тут происходят. И вообще, как относится к ФСБ. Мне почему-то пришла идея, давайте внедримся в организацию ДПС и попробуем проверить, как они работают, чем они вообще занимаются. Нам необходимо нажать «Внедриться в организацию», выбрать отдел ДПС, выбрать какой-нибудь скин. Я не знаю, каких у них генералы ходят, конечно, и вот эти полковники, наверное, в этих. И сделаем себе звание полковника. Давайте посмотрим, как на нас отреагируют вообще наши солдаты, бойцы. Благодарю. Здравия желаю, что здесь происходит? Здравия желаю. Обнаружил запрещенные вещества. Вы их изъяли? Так точно. Хорошо. Так, вы чем занимаетесь? Только приехал в область. Вы что, на пост будете? Пойдете? Да я бы хотел, чтобы рапорт проверили. Рапорт? Ну пойдемте поговорим. Стоп. Да. А какая проблема? Ну? Не могу накинуть на него звезды и этот, как его, посадить, это закончить. Ага, ну сейчас решим эту проблему. Не понимаю. А за что ты ему... Говорит молодым. За что ты ему накидываешь? За то, что хранение незаконных веществ. Да там 2 грамма было, затерялись. Каких 2? 2 грамма? А сколько? На 3 умножьте. 6, ладно. Ну до 10 же. С чего это? Где вы этот закон видели? В другой области. Ха, ну, в другой области там, наверное, такие законы, у нас другие. Ну я ж не сопротивлялся, может как-то проще сразу. Слушай, ну если 2 грамма, то можешь реально бедолагу проще отпустить. Не два. 6, да я вообще 6. К вам на собеседование пришел, думал. Полицейский, кстати, а тут. Ну может он чисто на ход ноги с собой носил так. Ну чисто так, ну на пробу. Ну для личного употребления, может не будем так сильно критично. Ладно. К нему относиться. Спасибо, товарищ полковник. Да, без проблем, хорошего дня. Да я тебя все равно бы не посадил, я не могу, блядь. Я рапорт подал, а толку от этого не... Ну, как сказать? Как говорится... Ну, пошел тогда на собеседование. Давай. Много не хапайте. У меня нету штрафа. Так, сейчас я решим вопросы. Здравствуйте. Здравствуйте, вы на собеседование? Здравствуйте. Здравствуйте, да. Передайте ваши документы, пожалуйста. Документы в правом кармане. Достал документы, передал человеку напротив. Взял документы у человека напротив, после чего внимательно ознакомился, после чего вернул документы человеку напротив. Так. Так. Ага. Ну все понятно, в принципе, очевидно.
Так, в таком случае, в принципе, вот товарищ полковник может продолжить, как говорится, проверять вас. Я как бы не мешаю. Да, да, и как раз ко мне, к вам попасть есть. Дели, вот. Вот здесь, вот здесь. Да-да-да, что там, что такое? Да по поводу этого рапорта. Это мое место, да? Это мое кресло, мне тут, да? Сидеть? Не-не-не, вот, вот, напротив. А, напротив уже вопросы. Да-да, давайте, задавайте, без проблем, помогу, решу. Проверить бы его. Его проверить. Рапорт, да. А я не хочу проверять рапорт. Что так? А я не знаю, я просто не полковник, я не полковник. Кому ты летишь? Не полковник? Какое именно выше? Значит, будете задержаны? Да. Я не полковник. Вы раскрыли свою личность. Поздравляю вас. Хорошо. Лучше полковника обратно, пока никто не видел. Да все нормально, выходим аккуратненько. Заходили с полковником, выходим с дядей. Аккуратненько выходим. Здравствуйте. Аккуратненько. Взял паспорт, просмотрел. Посмотрел паспорт, понял. Так. Тихо-тихо, ай-яй-яй, что ты, блядь? Боже. Здравствуйте. Да-да. Ладно, всего доброго. Стоп, вам, до свидания. Надо поскорее сваливать отсюда, меня раскрыли. Я ничем не мог им помочь, меня раскрыли, мне нужно срочно сваливать отсюда. Мне интересно теперь внедриться в другую организацию. Ну вот так реально внедряться, то есть, ну для какой-то цели, если вам ставит директор ФСБ задачу какую-то явную, четкую, понятную, тогда типа можно. Когда я ютубер и чисто так внедряюсь, это очень странно и тупо выглядит, прям, мне кажется, это суматоха какая-то получается. Потому что кто-то просит проверить рапорт, кто-то просит накинуть звезды, а я не хочу злоупотреблять своими полномочиями, поэтому я лучше отсюда уеду аккуратненько. Я вот лучше попробую внедриться в ЕМС, потому что ЕМС, она мне как-то ближе, я недавно снимал про нее ролик, и там, я думаю, такого напряга жесткого не будет. Давайте в нее внедримся, попробуем, что вообще из этого получится. И, наверное, это будет последняя организация на сегодня, потому что у меня появилась идея для ролика более какая-то четкая, знаете ли. Вот, давайте сделаем врезам начальника, да? Внедримся сюда, в эту организацию, посмотрим, что тут-то как. Интересно, я лечить могу людей? Нет, не могу. А, здравствуйте. Ребят, кто может вас вылечить? Я? Первый раз. Я заместитель. Какой заместитель? Ну, заместитель, заведующий отделением я. Хирургии, кардиологии. А, точно, точно. Да, точно. Как мы могли забыть такое? Вот инфа, что делать, если у меня в АХК почему-то какие-то вопросики вместо текста? Так, что-то я сюда вообще непонятно зачем забрался, мне опять очень-очень-очень стыдно. Я не могу лечить, я просто внедрился, проверяю работу. Это очень странно, странно получается. А, здравствуйте, Карл, как у вас все получается, работа как идет? Заранее от... Все, у меня тоже отлично, дай бог вам здоровья, как говорится. Он тоже. Это хорошо. А, все. Передал паспорт обратно человеку. Так, ладно, тут люди работают, тоже не буду им мешать. Меня интересно, Евлампер Кортес, это не лидер ли случайно какой-нибудь? Давайте посмотрим, может он лидер все-таки. Да, он реально лидер, он поэтому не знает меня, естественно. Давайте, все, выходим из этой организации, наверное, на этом мы закончим наш видеоролик, друзья. Но я думаю, вы поняли то, что состав фракции ФСБ очень весомый и обширный, то есть можно внедряться в разные организации, ездить на спецоперации, выходите в форме, полная засекреченность у вас, то есть одни плюсы от работы в данной организации. Поэтому если вы хотите начать игру на проекте Amazing Crush и быть ФСБ, то вам необходимо зарегистрироваться по моему промокоду Левонти на этом сервере и, соответственно, начать игру вместе со мной. И уже в следующем видеоролике мы проведем более обширное исследование того, что можно сделать в этой фракции, по полной внедримся, отыграем и попросим, наверное, чью-нибудь помощь в этом. Ну, я всем желаю как бы добра, позитива и всем пока-пока.